Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео открываем снежный шар, который мне достался еще вчера. Я получил желчный комментарий в отношении того, что ну да, конечно, следующим выйдет видео на целых 10 минут по открытию снежного шара, почему нельзя было его сразу открыть. Попытаюсь объяснить еще раз. На момент, когда стартовало игровое событие, в этом снежном шаре должен был быть Каро 45Т, который я очень сильно себе хочу. Я понимаю, что из всех машин, которые здесь есть, вероятность выпадения именно Каро 45Т, ну, крайне-крайне маленькая. При этом всем я хотел все-таки подождать, пока разработчики его добавят все-таки в этот снежный шар там, где ему и было место, ну и, соответственно, потом уже снежный шар открывать, что, в принципе, сейчас и сделаем. Ну что, открываем снежный шар, смотрим, что оттуда выпадет. Я очень сильно надеюсь, что будет та тачка, которой у меня нет, ну а если все-таки будет повторение, то в любом случае минимум 5000 компенсаций голдой. Открываем, и что там? Нет, ребят, к сожалению, не получил я ни машину, которой у меня нет, ни уж тем более Каро. Я забираю Астрон Рекс. Астрон Рекс у меня был уже в коллекции, соответственно, пятерка голды упала мне в виде компенсации. Ну, в целом, ребят, я считаю, что это неплохо. С учетом того, что я забрал данный снежный шар с 9-й коробки, и, да, суммарно я потратил потом вместе со всеми затратами 800 тысяч свободки. Я бы, в принципе, 800 тысяч свободки на вот эти вот 5000 голды поменял однозначно, потому что она мне явно пригодится на новогоднем аукционе. Огромное количество машин будет, если я правильно знаю, то 56 тачек будет в аукционе, ну и, соответственно, будет на что голду потратить. Спасибо вам большое за просмотр, впереди еще очень много всего интересного, обзоры, высветление всех новостей, поэтому если вас интересуют свежие новости и полный разбор игровых событий, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.